Добрый день всем, рад вас всех видеть с хорошим настроением на нашем прекрасном стадионе «Динамо Юни». Мы сегодня хотим поговорить, и я хотел бы ответить на ваши вопросы, интересующие всех. И в таких условиях все команды, да, естественно, что мы в равных условиях. Это точно так же, как и на футбольное поле, когда две команды выходят, там поле неровное или там кочка где-то, или искусственное поле, а не естественное, да, и кто-то начинает в этом искать оправдание. Мы, Динамо Минск, не тот клуб, и мы не те личности, которые сегодня представляем Минское Динамо, которые будем искать причины, мешающие нам достижению успеха, да. Мы будем искать средства для улучшения своей игры, для прогресса ребят и для прогресса команды. Будем стараться играть агрессивно, будем играть в прессинге высоком, особенно в домашних матчах, да. Вот, поэтому я думаю, что наши болельщики хотят вот этого огня от команды, хотят, чтобы команда была агрессивной, чтобы команда постоянно дерзко играла и как можно чаще доставляла мяч к воротам соперника, ну, естественно, что угрожала и старалась как можно больше реализовывать тех ситуаций, которые позволят забивать нам голы. Ну что, Сергей, начнем с самого важного. Сезон футбольный в Беларуси уже вот-вот стартует. Я потащу. Это просто зимой чуть-чуть не договорились с Шахтером и Студот. Общение закончено. Давай.